Я боюсь близких отношений с людьми, потому что боюсь, что люди меня отвергнут. И от этого я живу с чувством, будто у меня крепко стянуты руки. Я хочу близких отношений, но мне тяжело. Своей жизни я, забывая о себе, о своих желаниях и нуждах, стала пытаться заслужить любовь окружающих. Я думала, что любовь можно получить только от других людей. Но затем я осознала, что ее источник во мне. Я училась ценить и принимать себя. Ведь если ты зависишь от чьей-то любви, то ее приходится постоянно заслуживать. А если ты ценишь и понимаешь себя, то и любовь всегда с тобой. Хочу больше взаимодействовать с людьми, потому что я перестал чувствовать равновесие жизни. Заботиться о своих близких и незаметно для себя взвалил на свои плечи ответственность за счастье, за их счастье. Перестал чувствовать внутреннюю свободу. Видеть несовершенство в нас, как мы впустую
тратя свое время и силы. Как мы сами не ищем любящих и добрых взглядов, пряча глаза. Я устала наблюдать наше безразличие, глупость, лень. Я хочу увидеть в наших взглядах искру жизни. Всю свою жизнь я боялась говорить то, что я думаю, то, что я чувствую. Я боялась потерять самых близких людей. Я боялась, что родители меня разлюбят, а наставники во мне разочаруются. И я молчала. Всегда. И мне стоило очень больших усилий, чтобы вновь обрести свой голос.